Доброе утро, ребятки. Мы сонно идем в поликлинику делать Артемию ЭКГ, а потом пойдем в платную клинику. Он сдаст кровь на ВИЧ. Ну, это очередной этап у нас подготовки к удалению аденоида. Собираем справочки. Бежим. Через 10 минут у нас прием. Сегодня Лишер меня новостями порадовал. Он вчера очень поздно вернулся домой, по-моему, часа в 2 ночи. Он весь день вчера был на квартире. Натянули там потолки, потом установили унитаз, установили тумбу с раковиной. Что-то там еще кучу всего делали в Петрович. Ездили, все закупали. Ну, вот. В детской будут добавлять еще 2 розетки на той стене, где этот гипроб, короче. Почему-то не сделали, не знаю почему. Я это углядела только после визита. И еще хорошая новость. Машину нашу починили. Вот. И ее уже можно, наверное, Дышера ее сегодня и заберет. Арендованную сдаст. Так что жизнь кипит, я по-другому вообще сказать не могу. А еще сегодня, вчера вечером написала няня такая, мне без плана, я могу сегодня взять Артемия, так что вообще идеально, мы не пропустим бассейн, потому что никто мне не смог сегодня помочь, а я уже думала, что мы просто, ой, как скользко-то, что мы пропустим урок. Блин, тут все мокрое, и ночью был минус, прям скользко-скользко. И вот интересно, какая завтра будет погода, поедет Артемий на лыжи или нет. Кстати, сейчас я знаю, да я их уже видела эти вопросы в комментариях, почему косяки в ремонте вылезают. Потому что, ребят, мы пытаемся сделать бюджетный ремонт. И там мои подружки тратили на такую, ну, квартиру такой площади, около 2,5-3 миллионов. Стой, Артемий, стой, стой. А мы пытаемся сделать это в 2 раза дешевле. Вот. Ну, вы сами понимаете, цена-качество — это всегда такой вопрос больной. Вот, поэтому приходится решать много всяких вот трудностей таких возникающих. Я только рюкзак возьму. Одеваю кофту. Ты ничего не одела, я уже кофту одела. Ключи, ключи. Ключи, где вы? Здрасте, привет. Ну куда я ключи-то положила? Колбаса! Колбаса! Так, ты обувайся и выходи, пожалуйста. Я одеваю Арину. Выходи, стой в коляске. Знаете, когда у нас был черновой этап отделки ремонта, это был кайф для меня. Я просто сидела и слушала, как Алишер раз в неделю там или почаще психует из-за того, что там что-то не так, то не так, то он там заставил переделать рабочих. Теперь, поскольку пошла чистовая отделка, где мне уже интересно, что и как сделано, потому что я буду это видеть, вот тут уже
я начинаю психовать больше Алишера. В общем, вылез еще один большой косяк. Я даже не хочу его сейчас рассказывать. Потом расскажу, когда решим этот вопрос. Но это просто я сегодня... Я была в бешенстве, я честно скажу. Нервы мои сегодня не выдерживают. Мне еще сегодня мемчик попался. Типа я в начале дня с позитивными установками на день с детьми. Да-да-да-да-да. И я в 5 вечера... И там этот Шварценеггер, который орёт на детей, такая «Заткнётась!» Кусок из фильма, да, классика жанра. Под вечер уже жизеешь немножко. В общем, сейчас закинула Артемия няне. Очень опаздываю, потому что я перед самым выходом вспомнила, что у меня постиралось белье. И чтобы оно там не тухло 2 часа, пока я туда-сюда схожу. Я его быстренько развесила. Ну, теперь, видите, несусь опять в бассейн. А, еще приходил замерщик этот, входную дверь замерять. Все замерили, мне там уже прислали в WhatsApp варианты, цены. Я еще ничего не открывала. Потом посмотрю позже, когда время будет. И поработать я еще успела. А спорт я вчера делала, вы бы видели, я просто это не снимала, потому что эта цензура бы не прошла. Я уже в ночной рубашке. Ариша проснулась, пока Артемий там душ принял. Мы начали читать книжки, и Ариша проснулась. И я такая: дети, ничего не знаю, мама 15 минут спорта. Я сделала свой комплексный диастаз. И я сейчас очень настроена заниматься 6 дней в неделю, ну, как положено, там, по программе, потому что эффект есть. Классно. Я не могу сказать, что у меня там за неделю закрылся диастаз, он даже меньше не стал, но все мышцы вокруг, они начали подтягиваться, и я с утра встаю с плоским животом. Я такая: о, мое тело, здравствуй, я по тебе скучала. Приятно возвращаться в саму себя, быть такой, какая есть. Вот я в джинсах, например, своих, вот мне не видно, мои самые любимые джинсы. И они на мне свободно сидят. Свободно. Они, конечно, не в облипку. Ну, как бы они с запасом. Они еще больше болтаться на мне должны. Но все равно уже не в натяжку застегивается, и это круто. У нас тут такие пейзажи, конечно. Серая серость. Все растаяло. А, кстати, мы сегодня попали в режим. Потому что Арина поспала с утра после поликлиники, когда мы это все сделали. Там Артемия, кстати, кровь тоже сдала. Нормально все прошло. Вот. Здание наше. И самый прикол, что здесь номер поликлиники совпадает с номером, в который мы будем потом в поликлинике того района. Я же не ожидала этого. Случайно на карте нашла. Стала смотреть, куда же нам пойти. О, наша зелененькая колясочка, наши коллеги по купанию раньше нас приходят. Но я опаздываю сегодня. Но я не опоздала. Я просто опаздываю. Давайте посмотрим. Что у нас там? О, еще 12 минут. Какой хорошая девчоночка. Хорошая девчоночка, хорошая девчоночка. Смотрите, уже 68 размер, как ей сидит. Это не маломерка. Уже скоро, наверное, в следующем месяце будет 74-й. Да, да. Подросла. Подросла, малявочка. Я сижу в кормительной комнате, читаю комменты и обещала не затрагивать тему дизайнера. Ну, блин, девочки, почему нету розеток? Причем тут дизайнер? Она нарисовала все. У меня вопрос к рабочим, которые почему-то... Зачем делать розетки, которые на схеме, блин? Вот в чем проблема. Там все было нарисовано, все как мне надо. Ну вот бывает. Вот тут, кстати, розетки есть, чтобы сидеть, кормить ребенка и заряжать телефон. А вот с того конца шкафа нет. А там через стенку слышно двух девушек, с которыми мы сегодня плавали. Кстати, сегодня пришла новенькая. Я смотрю на нее и понимаю, что я ее знаю. Очень хорошо знаю. Я потом вспомнила. Это воспитательница Артемия первая. Ну, у нас их две было, потом осталась одна и появилась новенькая. Вот это вот ушла в декрет у нее. Год уже, малышки. Так что мы плавали сегодня вместе. Хорошая компания. Мы тут читаем книжки. Арина пытается ползти куда-то.
изо всех сил поспала. Я ее уложила, она пока спала, Артемий мылся, а я в этот момент сделала свой комплекс на диастаз, не снимала опять, потому что я в ночной рубашке, ну, в пижамке. И сейчас мы уже позанимались букварем и теперь читаем книжку. Я вот попросила Артемия принести скотч, потому что книжка моя, и вот она развалилась чуть-чуть. Сейчас мы ее подклеим, чтобы она не портилась. А, да, Артемий зайчика принес. Ариш, смотри, что тебе Артеша принес. Твоего зайчика перевернем. Ее, точнее, перевернем. А, зайчик тебя перебьет, пока ты будешь сказку. Держи. Она прям плачет, когда игрушку не дают иногда, да? Хороший зайка, но с собой я его не беру. Я видела, некоторые берут там в поликлинику, например, я не беру, потому что, ну, роняет легко. Я беру с собой грызунок, который на держателе для соски. Соски мы не используем, а держатель нам один подарили, и вот он очень пригодился, я его прикрепляю к грызунку. Как я игрушку Карине прицеплю. Да, примерно так. Ну, в общем, мы тут укладываемся.